Студентов Мурманской области научат правильно действовать в случае угрозы террористических актов, а Заполярье в этом году станет площадкой для форума «Вместе ради детей». Эти темы обсудили министры на оперативном совещании правительства региона. Ролевые игры как прививка против терроризма. 21 апреля в Заполярье пройдет акция «Антитеррор-2017». Ее участники – молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Для них смоделируют ситуации, в которых придется оперативно решать, что делать в случае обнаружения подозрительного предмета или человека, а также как реагировать на экстремистскую пропаганду. И такой опыт надо, безусловно, распространять. Поэтому я поручаю вам, Михаил Валерьевич, вашему министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям разработать методические рекомендации по проведению подобных игр на муниципальном уровне и направить их в муниципальное образование. Руководство муниципалитетов я прошу со всей серьезностью и ответственностью отнестись к такого рода мероприятиям. Второй темой оперативного совещания стало создание территории опережающего социально-экономического развития моногородов Мурманской области. На сегодняшний день такой эксперимент провели в Кировске. Муниципалитет уже подписал 8 соглашений с потенциальными резидентами, что помогло создать 250 дополнительных рабочих мест. Этот опыт собираются распространить на остальные монопрофильные муниципалитеты области. Порядок создания и функционирования территории опережающего социально-экономического развития моногородов профильное министерство планирует утвердить уже на этой неделе. Второй блок, наиболее важный, это блок для потенциальных инвесторов, потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Там пошагово расписано от подачи заявки на получение статуса резидента до получения статуса резидента все опции, да, что необходимо сделать и как отрабатывают органы исполнительной власти и муниципалитет. Кроме того, Мурманская область в этом году станет площадкой форума «Вместе ради детей». На нем специалисты, занимающиеся вопросами поддержки материнства и детства, смогут обменяться опытом и повысить профессиональную компетентность. В мероприятии примут участие порядка 800 человек со всей страны. Продлится форум в течение 3 дней с 6 по 8 сентября.